Привет. Всем привет. Значит, сейчас пытался снять вам ловлю щегла, зафиксировал камеру на соседнем дереве, но ничего не получилось. Камера провисела у меня примерно часа 4, может быть 3,5, вот так вот. В общем, телефон замерз, батарейка села, ничего не получилось, ничего не поймал. Затем я убрал эти все мои принадлежности, там камера, и первый трофей не заставил себя долго ждать. Сейчас пойдем, я вам все покажу. Поймал замечательную пару щеглов. Вот такая вот у нас сегодня зима. Вчера весь день шел снег. Я вот тут тропинку уже протоптал, ее не видно. В общем, глубина снега где-то сантиметров 30-40. Сейчас покажу ловушки. Расставил западки. Но немножко я ожидал большей ловли. Сейчас покажу. Приблизимся. Если я не ошибаюсь, по-моему, две птицы залетели сразу в одну хлопушку. Значит, смотрите, как тут все у меня устроено сегодня. Здесь вот я насыпал семечек, чтобы был, ну, чтобы щегла приманить. Подстелил белый такие-то пластик. Здесь фанера. Просто на снег, вот видите, сыпал, а мороза нет, и оно тает. Значит, вот у меня здесь не крашеная ловушка, западок с приманкой, с манной птицей. Здесь пока улова нет. А здесь вот немножко усовершенствовано мной. Я приобрел вот эту вот хлопушку отдельно, видите, и присоединил ее в торец. Обратите внимание, я такое вижу первый раз. Сюда попалось сразу две птицы. Друзья, поскольку у меня нет опыта в этом, если кто-то сталкивался с такой ситуацией, объясните, как это происходит. Они что, дружно залетели? Или один залетел, хлопок не сработал? Так, надо их сейчас аккуратно оттуда освободить. Посмотреть, самец-самка. Так они бьются, непонятно, но... Вот такой у меня сегодня улов. Сразу две птицы. Интересно. Я немножко не пойму, как так происходит. Я открыл, у меня сейчас 5 западков, вот там 2. И здесь 3, да? А они в один двое залезли. Ну вот, бывают и такие ситуации. И еще хочу заметить, обратите внимание, что птица поймалась на более затемненный западок. Не знаю, может это случайность, может совпадение. Сейчас достану, покажу вам. Так вот, я одного достал, или одну. Смотрите, мне кажется, это самка, потому что у нее вот тут, где клюв у нее, плохо видно, да? У нее усы седые. Мне говорили, что если усы седые, значит самочка, скорее всего. Сейчас второго посмотрим. Сейчас достанем. А это самец, да? Сейчас возьму поудобнее, покажу вам. Смотрите. Вот у него черные усы. Тут светит от солнца, вернее от снега отсвечивает, не пойму, фокус не пойму как. Ну, в общем, я уже чуть-чуть разбираюсь, и это, мне кажется, самец. Вот такая вот парочка поймалась. Ну, самку, наверное, выпущу. Так, сейчас надо выпустить. Я боюсь ошибиться, вдруг это не самка. Но вот это самец точный. Вот такой щегольчик. Тут еще как-то хвост смотрят, там какие-то интересы есть, я в этом пока не понимаю. Вот такого щегла поймал сегодня, это первый.
Друзья, вот смотрите, это самка, а вот тут в руке самец. Я предлагаю самочку отпустить прямо сейчас. Посмотрим, как она полетит. Как она быстро улетела. И вот там на соседнем дереве села. А мои сразу отозвались. У меня там самка, я там самка сидит в подманке. Кстати, еще хочу заметить такой вот нюанс. Или особенность, как будет правильно сказать. Значит, вот на самку ловлю, а здесь у меня сидит самец. На самца поймал я сегодня птицу. Значит, что? Значит, на самца лучше ловить, чтобы манная птица была самец. Ну, не знаю. До этого я все время ловил на самку. А это побоялся, думаю, вдруг кошки, не кошки, решил. Вернее как, боялся, что кошки не кошки, и ловил на самку. Но тут у меня что-то уже... Кошек я давно не видел, и сегодня решил снова ловить на самца. И вот, пожалуйста, поймал на самца. Итак, я сейчас заряжаю снова западок. И будем смотреть, кого еще поймаю. Так, что касается ловли. Значит, ловлю я сегодня на семечки крупные в основном. Ну, немножко здесь рапса, абсолютно немножко. Немножко овса и канареечки, это проса, а так в основном приманка семечки. Там такая же ситуация, приманка семечки, это самочка. Обратите внимание, я сделал на тонкой ветке, чтобы кошка не добралась. Ну и здесь на тонкой ветке, думаю, кошка не доберется. Вот так вот все установлено. Здесь приманка насыпана, чтобы птица видела. Ну все, ожидаем, продолжаем ловлю. Понесу самца. Посажу сейчас его отца в отдельную клетку, будет сидеть, адаптироваться. Друзья, неопознанный летающий объект. Полиэтиленовый кулек. Ладно. У меня снова трофей. Сегодня уже будет это, наверное, третья. Третья птица, да. Первая птица была утром. Что-то ловля слабая сегодня. Я ожидал больше, потому что смотрите, сколько снега. Значит, сегодня у нас ловля и... В конце этого видео сделаю вам видео, сниму сюжетик небольшой. Рыболов будет выступать. У меня дома адаптировался рыболов. Узнаете? Узнаете красотку? Обратите внимание, сколько здесь следов. Видимо, птицы здесь кушали. Видно, да, вот следы птиц. А здесь... Следы птицелова. Итак, синицу мы выпускаем. Возмущается. Да, синицу это вам не щегла доставать. Вот она, видите, как кусается? Прям так больно кусается. Выпускаем. Нет, покажу ж вам ее, да? Вот такая вот гроза улиток, насекомых, букашек. На самом деле синица очень большую пользу приносит. Она собирает много вредителей. Гусениц, личинок, бабочек всеразличных. Кусучая очень. Ну, пускай летит. Как говорится на Руси, вольному воля. Все улетело. Летать так летать. Значит, очередной трофей. Это была синица. Я думаю, на сегодня у нас еще часик половлю. Если что-то поймаю, обязательно включу вам в видео, сюда добавлю. А сейчас перейдем на просмотр рыболова. Немножко вам споет рыболов. Сидит у меня уже в комнате, адаптировался.
И неплохо поет. И, пожалуйста, кто разбирается, скажите, что это хорошая песня или ему надо еще потренироваться. Репелку моему. Thank you.